Ильзат, твой комментарий по матчу. Ну, всех с победой в первую очередь, но сыграли не самым лучшим образом, много невынужденных ошибок. Из-за этого было немножечко тревожно иногда, поэтому хорошо, что забили третий и довели игру до победы, но повторюсь, что мы должны улучшить свою игру и не допускать таких ошибок. После первого тайма счет был 2-0, казалось, что все решено. Что случилось во втором тайме все-таки? Ну, опять же повторюсь, что много ошибок невынужденных, которые привели и к голу, и к моментам соперника. Где-то потеря концентрации приводила к атакам соперника. Разбирали вы тщательно Мальту, ожидали от соперника такой прыти? Мы готовились к игре и знали сильные и слабые стороны, и были готовы. Кипр сыграл в ничью со Словакией, Словения обыграла Хорватию. Это удивительные результаты? Немного, да, удивительно. Сейчас каждая команда может дать бой, и поэтому на каждую игру надо выходить с полной концентрацией и с полной самоотдачей. После матча что Станислав Саламович сказал в раздевалке? Конечно, все понимаем, что самую главную задачу 3 очка мы выполнили, но игрой каждый недоволен.